Значит, ну я думаю, что реально все изменилось в худшую сторону. Ну, прежде всего, как отмечают все руководители следственных подразделений, а это видно из результатов семинаров и конференций, которые состоялись вот в последние годы, как раз по проблемам применения нового уголовно-процессуального закона, все руководители, начиная от Челябинской области, кончая Дальним Востоком, это и руководители следственных подразделений Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области, Читинской области, все они отмечали, что резко ухудшилась раскрываемость преступлений, увеличился отток опытных следователей из органов предварительного расследования, особенно органов внутренних дел, которые несут, естественно, большую тяжесть в расследовании всех преступлений, совершаемых в стране, около 90% фактически. Отмечали, что полностью разрушена работа по горячим следам. То есть фактически следователь, получая материал, с задержанным особенно, в течение 48 часов, из которых уже 8 часов фактически принадлежат суду, не успевает закрепить следы преступления. Значит, более того, он теряет время в приемной прокурора и спрашивает у него согласия на возбуждение уголовного дела, а затем еще и в приемной судьи, куда они идут за получением судебного решения на производство тех или иных следственных действий или, скажем, на арест. Значит, таким образом, особенно вот несовершенство это отразилось на качественном составе следователей органов внутренних дел. Вот по данным Следственного комитета МВД России, значит, только в первые 6 месяцев действия нового уголовно-процессуального кодекса из органов предварительного следствия МВД России уволилось 18,5 тысяч опытных следователей, практически 1/3. Всего их у нас в органах внутренних дел работает около 57 тысяч. И вот 18,5 тысяч сразу уволились после фактически вступления в действие в силу нового уголовно-процессуального закона. То же самое отмечал и заместитель генерального прокурора Николай Макаров в одной из передач «Караулова. Момент истины». Он также отмечал вот эту безрадостную, так сказать, картину обновления, в кавычках, следственного аппарата. Уходят маститые следователи. Не хотят они буквально работать по новому уголовно-процессуальному кодексу, который фактически низвел их до уровня простого чиновника-исполнителя по мелким поручениям. Это памятник воинам, ученым Дендерария, которые добровольцами ушли в 1941 году на фронт. Многие из них не вернулись, но некоторые вернулись с победой и продолжали свою научно-исследовательскую работу вот в этом корпусе. Здесь работали известные ученые, такие как Иван Иванович Перевертайло, который сразу после окончания Отечественной войны и возвращения с фронта работал здесь заместителем директора научно-исследовательского института по науке. И еще целый ряд ученых, имена которых вписаны золотыми буквами вот на скрижали этого прекрасного научно-исследовательского института. Так что здесь со многими из этих ученых сотрудничали ученые Канады, приезжавшие сюда довольно часто. Приезжали ученые также из Англии, из Франции, из других стран. Но во время ельцинских этих идиотских реформ, конечно, работа была фактически приостановлена. Научные труды за бесценок скупили те же канадцы, американцы, а наши ученые
оплатили жалкое существование. Вот такие были, вот такая постигла, так сказать, их судьба после того, как мы вступили в эпоху так называемых этих великих, в кавычках, реформ рыночных алкоголика, который возглавил знаменитейший из алкоголиков России под названием, значит, Ельцин, под условным наименованием Ельцин. Так что с тех пор, до сих пор институт еще и не оклемался, не вошел в свою силу. Так они часть здания сдают в аренду. Здесь нижние этажи этого здания заняли чиновники из из Министерства сельского хозяйства. Вот это все их автомобили здесь стоят. Они сегодня работают, продают лес, распродают, так сказать, дальневосточный лес. Ну, у всех у них, естественно, дорогие машины, ландкрузеры. У всех у них имеются загородные дачи. А рядом с ними на вторых-третьих этажах это бывшая заведующая лабораториями, доктора наук, которые получают даже не вовремя, не своевременно заработную плату и до сих пор еще влачат, так сказать, жалкое существование. Вот таковы сейчас у нас реалии. Да, реалии вот этой территории. Так что, наверное, содрогаются те погибшие, которые, если они узнают о положении своих коллег. Безусловно. Идем дальше. Дальше. Пошли дальше.